Да, естественно, это будет проблема для всех остальных. На лед приглашаются Екатерина Гусева, Роман Костомаров. Итак, первая зарисовка на тему Голливуда в исполнении Екатерины Гусевой, Романа Костомарова. Одна из сильнейших пар, как мы помним, по прошлому соревновательному дню. Но вот им, я считаю, не совсем повезло со стартовым номером. Они открывают соревнования. Очень интересный номер, сложный. Да, были небольшие, маленькие технические ошибочки, где-то на скобочке, где-то потери равновесия, ритма. Но в целом был очень хороший номер, и, по-моему, очень интересный, зрителям понравился. А по поводу первого стартового номера при жеребьевке, я вот что хочу сказать. Татьяна Анатольевна Тарасова, председатель жюри нашего, очень часто повторяет: свой стартовый номер нужно любить, каким бы он ни оказался, первым или последним.